Дорогие друзья, мы открываем праздничный вечер, посвященный награждению номинантов конкурса «Ветеранское подворье 2019». Слет волшебников и чародеев. Потому что в этом зале собрались именно такие люди. Замечательное мероприятие, которая на самом деле носит уже традиционный характер, повторяется неоднократно. Каждый год мы имеем такую возможность приветствовать вас и, подведя уже долгие, скажем так, тяжелые итоги конкурса, чествовать победителей. На самом деле это мероприятие уже обрело и международный характер, все вы это прекрасно знаете. Вот, уже жители соседней с нами Нарвы также определяют победителей, номинантов, и они также принимают участие в этом замечательном процессе, на замечательном мероприятии. Я хочу всех вас поздравить и сказать вам огромное спасибо. На самом деле, действительно, дача – это, ну, это такой оазис, когда можно там отдохнуть, расслабиться. Это какой-то другой абсолютный образ жизни, когда можно действительно забыть о каких-то проблемах, сложностях, там, навалившихся на тебя, приехать туда и посвятить себя дорогому и любимому делу. И очень приятно, что это дорогое и любимое дело действительно приносит для вас, для нас определенные результаты, которые радуют вас в том числе. И дальнейших успехов в этом замечательном деле. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые новгородцы, дорогие норвегяне, участники этого замечательного события, этого конкурса. И позвольте мне от имени администрации города Ивангород, от себя лично, поблагодарить вас за участие, потому что своим вкладом вы еще раз показали, что вы неравнодушные жители, что вы на своем поприще, на своих садовых участках готовы создавать настоящие шедевры, выращивать действительно удивительные и овощи, и фрукты, и показывать всем остальным, в том числе молодому, подрастающему поколению, что творчеству все возрасты покорны. Ну и, конечно, желаю всем новгородским участникам побед, в том числе и на областном этапе, на областном уровне, и достойно представлять всегда наш город на этом смотре конкурсе. Ну и пользуясь случаем, я бы хотел сегодня вручить грамоту за организацию проведения смотра конкурса «Ветеранское подворье 2019» председателю общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Ивангорода Пахалуевой Вере Андреевне. Мы каждый год уже в течение 10 лет мы проводим этот праздник. Постоянно мы меняем каждый год конкурс номинантов, поэтому каждый год у нас разные, и число в городе их растет, и растет, и растет. Я благодарю этих номинантов 2019 года, которые согласились прийти к нам на конкурс. Я вас сегодня поздравляю с этим праздником. Мы хотим, чтобы вы просто сегодня отдохнули душой. Зинаида Ивановна Осипова, номинация «Лучший овощевод». Литовина Галина Ивановна, номинация «Лучший цветовод». Сергей Николаевич и Людмила Кузьминична Тверитина, номинация «Мастер умелые руки».
Галина Викторовна Куделина. Номинация «Лучший расчет». Это наш прекрасный. Нина Семеновна Карьева. Григорий Петрович Севериченко. Номинация «Лучший птицевод». Марина Николаевна и Сергей Корнеевич Юрченко. Номинация «Мастер умелой руки». Виктор Николаевич и Тамара Сергеевна Ключниковой. Номинация «Лучший цветовод». Действительно, на самом деле, увидев вот это все замечательное, могу сказать с полной ответственностью, то, что вы вложили туда не только свой труд, но еще и душу. И это действительно приносит такие замечательные и обалденные результаты. Спасибо. Грамоты награждается Борисова Маргарита за организацию проведения смотра города, конкурса.